Так, сегодня мы с вами пройдемся по магазину «Пятерочка». Хочу показать вам цены, которые у нас здесь есть в Кудрово. Я думаю, что они по факту везде одинаковые во всех магазинах. Ну, давайте по фруктам. В принципе, выбор здесь более-менее такой. Есть и на разновес, есть и фасованные яблочки. Так, есть манго. Ну, манго, не знаю, мне кажется, манго сейчас совсем здесь не стоит брать. Манго, киви, апельсины, лимоны, орешки. Так, давайте, чтобы никому не мешать, овощи. В принципе, здесь еще более-менее выглядят овощи, потому что иногда заходишь, и просто все в гнили и в какой-то непонятной плесени. Огурчики. Так. Вот лук на разновес. 29 рублей. Килограмм 26. Ну, картошка, понятно, здесь дорогая, потому что она здесь в упаковке. Есть вот такая картошка обычная, которую можно накладывать. И вот такие красивые тыквы. Так. Здесь есть отдел выпечки. Вот там, кстати, пекут сразу. Здесь вот, что касается хлеба. Хлеб разный. Значит, белый, серый, черный, батон. И вот здесь еще есть, ну, это всякие такие пироженки, прянички, всякие маффины. Чипсы. Так, давайте все-таки по хлебу. Ну, не знаю, вот такие очень-очень вкусные, но все-таки это тостовый хлеб нарезанный, да, 79 рублей. Вот есть такой полубатон. Надо проверять срок годности. 18-е. Да, сегодня у нас уже 19-е. Ну, в принципе, ничего. И вот тут идут всякие вкусняхи. Можно брать что-то в школу с собой. Мне нравится вот такой вот с чесноком багет. 50 рублей. В принципе, все свежее. Вот на печке видно, что там запекается. Можно здесь взять свежую булочку. Вот такие булки. 59 рублей. Кирпич. Вот, кстати, видите, там печечка. Так, что у нас есть из разных вкуснях? Все хвалят вот такую сгущенку Рогачев, 135 рублей. Ну, тортики, понятно, что выбор такой не особо, да. И здесь какие-то готовые обеды есть. Всякие сэндвичи, замороженные обеды. В общем, от 120, да, до 160 рублей можно взять какой-то перекус, мини-салаты. Ну, не знаю, у каждого свои предпочтения. Ну и резкая морковка, капуста, виноград у них в холодильнике. Молодцы, чтобы мошки не заводились. Даже есть инжир. Так, здесь всякие семечки, орешки, бананчики. Цены видите, да? Есть вот такие семечки, которые просто, я даже не знаю, не уверена, жареные ли они, а есть вот такие щелканые. Так, теперь, ой, слушайте, а вот здесь раньше была всякая заморозка с мясом, почему-то нет. Ну, хочу сказать, что магазин относительно новый, и тут тоже пустые прилавки. Интересно. Так, ну вот, что касается соусов. Значит, соусы есть вот такие, типа майонезные, да, всякие. Астория, Хайнсы, Махеев, кетчупы. Вот, от 69 рублей, там, обычный.
принципе, цены такие же. Вот около 100 рублей. Ну, кстати, 320 грамм я видела и за 79 рублей в другом магазине. Подсолнечное масло. Вот олейна, да, допустим, 179 рублей олейна. Вот неплохое масло. 29 рублей. Слобода 132 рубля. Благо 89. Айдеал 132. Ну, золотая семечка, понятно, там большая бутылка 122 рубля. Вот напишите, дешевле в каком городе у вас, за какие цены вы покупаете продукты. Плюс-минус такая же цена или у нас здесь дороже. Ну, это всеми любимый доширак. Понятно, что 57 рублей это дорогие. А самые дешевые пачки, вон, 21 рубль. Такие обычные заварники. Даже вон 17 рублей есть. А, есть даже по 8. Вообще, кто это ест, я не знаю. Это вообще съедобно? Так, 33 рубля какая-то каша роллтон. Яичная лапша. Всякие спагетти, макароны. Вот 14 рублей можно купить вот такие спагетти. Мне что нравится, что есть вот такой штрих сканер, да, то есть можно подносить. Вот товар не найден. Ага, и он не найден. Товар не найден. Очень жаль. Все, мне не нравится, что у них есть такие штуки. Так, здесь у нас всякие приправы. Ну, понятно, что это стоит недорого, но они всякие разные есть. Там от 6 рублей, как я вижу, до 95. Смесь какая-то волшебная сюда. Так, сейчас я прервусь. Так, ну, здесь получается, теперь мы идем к крупам. Ну, круп, кстати, не так много здесь. Самая дешевая гречка. Гречка. Наверное, вот она, 45 рублей. Это вот это вот. Есть, соответственно, за 99 гречка. Есть вот такая крупа гречневая. Так. Рис. Ну вот, самый дешевый, наверное, это вот этот. 61 рубль. И вот золотистый рис националь 149 рублей. То есть разные, да, стоимости. Разное качество. Есть вот такие коробки с кашами. Ну вот и яйца. Яйца вообще, вот на самом деле, настолько разные вообще размеры, цены и так далее. Потому что, причем иногда они ставят, например, вот С1, да? Давайте посмотрим С1. Да, они, конечно, не очень чистые. Ну вот, допустим, с ладошку, да? С1, вот моя ладошка. С1. Так. А вот эти С1. Ну, в принципе, одинаковые, а цена получается. $88, да, наверное. Да, попробуй еще найди. А вот еще есть С0 экстра. Экстра С0. Давайте посмотрим. То есть С0 должны быть еще больше быть. Хотя я слышала, что покупайте. Ну, слушайте, ну да, оно побольше. Побольше. И стоит оно тоже в два раза больше. Ой. Примерно такого плана. И есть еще 20 штук, да, допустим. Еще бывают лотки, да, там. 30, по-моему, лежит. Так, тут у нас холодильничек со всякой рыбой. Всякая всячина, всякая рыбная рыба. Понятно, что это не настоящая икра.
Это всякие закусочки, рыбки, селедки. Можете нажать на стоп и посмотреть, кому интересно, да? Вот такие вот. Я уже не буду здесь прям сильно это углубляться. Так, что касается зелени. Вот здесь капуста, брокколи, конечно, страшноватая, но видно, что она, по крайней мере, живая все равно. Есть грибочки, зеленушка. И мне нравится, что есть вареные всякие картофели, свекла. По-быстрому салат какой-нибудь сделать можно. И много всякой разнообразной зелени еще. Салатик такой, салатик сякой. Шпинат, петрушка, укропчик, грибочки. А, так, ну, не знаю, по пиву мы еще пройдемся. Там, может быть, кому интересно, алкоголь. Так, дальше. Тут консервы, огурчики, помидорчики. Вот опять кетчуп здесь, варенье, какие-то консервы. Вот еще целый стенд со всякими консервами, баклажанами. Хочу сказать, что это не реклама магазина. И сюда я вообще редко хожу, потому что мне сюда неудобно ходить. Мне ближе ходить в магазин Dixie. Так, ну вот кукуруза. И бондюэлевская. Большая банка 119. Кстати, вот недавно в Dixie я брала вчера. По-моему, та же цена. Горошек бондюэлевский. Ну, есть подешевле, соответственно, и кукуруза. И... Так, и всякое варенье. Так, с этой стороны у нас как раз идет тоже всякие соки, холодильники, квас, пиво. Популярная Бадовская 69, Балтика нулевка 49 рублей. Медовуха какая-то даже есть. Интересно, такого мы не пробовали. Так. Давайте посмотрим, что здесь по муке. Ну, будем вот такую муку покупать. Она более, не знаю, мама, как наша бабушка, любит печь. Она уже сравнивала разную муку. Она любит такую, предпортовую. Пшеничная мука. Ну, вот, допустим, 2 килограмма. Так, будем делать все побыстрее, потому что... У меня заканчивается уже память на телефоне. Так, по консервам прям быстро пробегусь. Смотрите, ставьте на паузу и смотрите цену. Так, наверное, всех интересуют товары такого больше, да? Соль, сахар. Там соль крупная 10 рублей. Так, сахар, сахар, сахар. Соль каменная, килограмм 37 рублей. Сахар какой-то, селяночка. Этот, наверное, вот это вот 83 рубля. А вот этот пакет большой, сахар, 244 рубля, 5 килограмм. Так, здесь идет у нас какие-то... Вот, кстати, мясо, филе куриное. 369 рублей. Ну, тут курица, в основном курица, голени, грудка. Целая курица, вот, допустим, тушка цыпленка, 188 рублей килограмм. Так, тут какие-то ребра и готовые от Мираторга. Бывают всякие акции у них, когда уже заканчивается срок годности, конечно, они уже... это. Делают цены подешевле. Ну, вот это, кстати, тоже неплохие боксики с разными колбасками ассорти. На ужин очень даже вкусненько. Так, ну вот опять по пиву не буду я уже сильно углубляться. Тоже нажмите на паузу, посмотрите. Вот здесь, кстати, большое помещение. Не знаю, почему опять оно тут все пустует. Так, ну что, по кашам, кому интересно, каши.
Ясно солнышко, селяночка. И такие в пакетиках обычные. Есть каши такие простые. Тут всякие плюшки, печенюшки. Цены вам видно. Тут так. Печеньки. Сухие всякие завтраки. Ну и шоколад. Вот шоколадки, наверное, Аленка, Альпенгольды, Россия, Мандемс, чаи. Но по чаям, как бы у каждого свое, вот Рич у нас стоит 239 рублей. Хотя тут тоже акция, без акции, непонятно. Нури, Канди, Липтон. Кто какой предпочитает. Кофе. Кофе, допустим, Нескафе. Ну да, цена тут приличная. Ну, мой совет — покупать вот таких. Кто пьет такой кофе, да, дешевле будет выходить, чем в банках каждый раз. Все, быстро бегу по молочке. Сметана, молоко, творог, йогурт. В общем, здесь всякие соки, воды, сыры. Сыры, сыры, сыры. Масло. Ну и такие всякие сосиски, колбасы. Нажимайте на паузу, кому интересно, смотрите, да? Вязанка. Всякие такие. А поможет. Вот такие цены у нас в Пятерочке. Так, сейчас пока сколько даст, столько сниму. Ну, вино не знаю. Каждому свое. Здесь просто снимать, ты замучишься. Сколько там? Почем водка, почем коньяк. По алкоголю даже не пойду. Хочу сказать, сейчас пробегусь, если хватит опять, не прервется запись. Есть какие-то здесь в магазинах, ну понятно, что это бумага, какие-то необходимые товары для дома, для животных есть корма, бытовая химия всякая разная, шампуни. Женские, мужские отделы. В общем, такое. Все необходимое здесь есть, конечно. Вот. Так что, если вам интересен такой формат и снять что-то про еще какие-то магазины, сравнить с ценами, допустим, Dixie, да, то, в принципе, это все можно устроить. Мороженка. Ну вот, собственно, икра, которая продается у нас уже настоящая лососевая, лососевая.